Воспитывайте себя в вере. Умейте мысли свои постоянно сосредотачивать на вере, на светлых образах. Постоянно думайте о прекрасном. Не задумывайтесь о проблемах чрезмерно. Решили? Отложите. Думайте всегда о хороших образах. Это будет помогать вам пребывать в том состоянии, которое невозможно разрушить, в какой-то силе тьмы, как ее можно назвать. Она будет бессильна в этом случае, если ваше внимание постоянно сосредоточено на светлых образах. Если вы сосредотачиваете внимание, а это у вас почти постоянно, только на сложностях, на каких-то проблемах, вот тут вам помочь будет очень сложно. Вы сами себе ставите подножки. И болезней возникнет в этом случае очень много, потому что вы сами себя убиваете. Старайтесь думать только о прекрасном. И поэтому, когда думаете друг о друге, вспоминайте всегда хорошие качества друг друга, а не постоянно думайте о каких-то качествах, которые вам не понравились. Это большая ошибка. Только о хороших качествах думайте. Будьте в этом случае наивны, когда могут так сказать про вас. Когда вы думаете хорошее о том, в ком хорошее никто больше, кроме вас, ничего не замечает. И они скажут, какой вы наивный. Почему вы так думаете о нем хорошо, когда все видят только плохое? Будьте наивными. Даже если, может быть, нету тех качеств, которые вы стараетесь видеть в нем как хорошее, это очень важно и для вас, и для того, о ком вы думаете. Это самое ценное в человеческих качествах, а не то, что человек умеет вовремя заметить что-то плохое и потом только это и носить в своей голове. Это ни ему не будет хорошо, ни, естественно, тому человеку, о котором он так плохо думает.